Не снимай, не выкладывай. Жук, 25-й день на путевке, мальчишки. Идем к машине. Собака что-то подбирает и жрет, как ты видишь. Вообще наглёшь, а, капец. Давай. Что-то хрустит. Пойдем. Сегодня опять марафон. Из 4 уроков. Как увожу, непонятно. Сегодня вообще я думал не проснусь. В день моего военно-морского флота. Откуда их столько повылазило? У меня брат мариман, если что. Но он не ездит вот так с флагом. Спокойно. В домашней обстановке никого не кошмарит. Еще... Или это день десантуры? А? Подскажите. Наверное, десантура, да? 25 июля. Скорее всего. Потому что только десантники могут кошмарить народ. Я один раз на таких нарвался, короче. Объехал их на перекрестке и встал перед ними. Они начали выходить из машины сзади меня, идти ко мне. А тут загорелся зеленый. Вот. Нежданчик, да? И я поехал. Вот. Они сели и поехали за мной. И где-то с полгорода я пытался от них свалить, короче. У меня была тогда двоечка бежевая, ВАЗ-2102. В общем, я наваливал от них как мог. Они были на какой-то шахе, короче. И в конце концов просто так получилось, что... Ну, город же, да? Кто, как бы, кто смог, тот и молодец. Я смог. А их загородили тачками, там, светофорами, короче, я потом по кварталам сдриснул. Честно говоря, трясло меня не по-детски в тот момент. Что им надо было, я до сих пор понять не могу. Но очень долго они за мной ехали, пока таки не отстали. Вот. От чесюндочки всем привет. Неправильно одел ошейник, кверх ногами. Потом переодену. Что-то эта штука обычно назад. Она так бежит вперед, я ее так подтягиваю. А если так, то ошейник выворачивает вот так наизнанку. Немножко поддавливает ее. Еще не ела, не заставил пожрать. Взял, короче, с собой еды собачьей вот тут. Хрустяшки ее. Так, у меня через каких-то, получается, 45 минут с небольшим урок, поэтому мне надо педалить в сторону не школы. Черт, Сэнди, нормально? Ты нормально вообще, нет? Как тебе такое, а? Стоит и сын, блядь, просто наглый, блядь, у дерева, блядь. Я херею с вас, блядь, люди. Как собака, подошел к дереву, поссал, блядь. Хочу сказать, что если ты подписался и ждешь каких-то конфликтов постоянных, то ты немного ошибся. Вот. Я обычно не особо конфликтую. Вот. Как бы. Ну, это не мой контент, то есть. Просто меня бомбануло, вот я это развел тут. На пустом месте, можно сказать. Так. Я, короче, вчера 6 уроков подряд провел. Последний был в 9. Я пришел домой. Я не помню, я тебе точно говорю, я не помню, как я доехал до дома. Я не ел весь день. Понимаешь ты? К 12 я подъехал на базу, где-то к 3, вне школы. И я не хотел есть, то есть. И не пошел. А потом я залез, короче, в класс. И 6 часов подряд там ел. И когда я вышел, я еле стоял вообще. Вот реально, еле стоял.
Вот. И потом поехал домой, и реально еду, и понимаю, что я не понимаю, что происходит. То есть меня шатает, то есть по дороге я не контролирую дорогу. У меня зрение становится туннельное такое, знаешь, как у людей, которые засыпают. У них периферийное зрение так сужается, сужается, и он смотрит просто как этот, стеклянным глазом вперед, то есть. Вот. Так и я. Как я доехал без происшествий, я не знаю. Короче, зашел домой, помыл собаке ноги и упал спать. Представляешь, не стал делать бложек. Первый раз в жизни. То есть настолько я упикался, что не стал делать бложек, понимаешь? Просто упал и все, без задних ног. А, проснувшись часа в два ночи где-то, я вспомнил, что мне надо делать бложек. И сел за бложек, короче. И часов до полчетвертого его делал. Понимаешь, какой я фанатик своих бложиков? Я проснулся и начал его делать. Так, надо чуваку поморгать заднего Рика, что он меня запустил. Молодец. Еду вот за таким динозавром. Помнишь эти наклейки? Лепилки вот эти на заднее стекло. Какая чушь вообще. Шляпа вот эта садовая. Короче, пенсионер едет. Пенсионер. По-любому. Или это чисто стиль такой, чтобы дачная шляпа лежала на задней полке. Не знаю. Мне кажется, это какой-то стиль. Так, катимся потихонечку. Уже пролетели с Толиваров. Приближаемся к ССК армии. Устраиваемся. Так, историю надо придумать. Сейчас придумаю, расскажу. Многие пишут, спрашивают, как ты стал барабанщиком? Да я просто уже это рассказывал много раз, как я стал. Я работал на станции техобслуживания, на которой потом создались такие условия, что, ну, кроме как уйти, вариантов не было. То есть я уехал в деревню, а там познакомился с пацаном, который играл в группе на барабанах. Вот и прилип к нему, как пиявка. Говорю, учи меня, и все. Ему ничего не оставалось, ему просто, у него просто выбора нет. Я говорю, он просыпался и видел меня. Я ему говорил, когда? Я уже рассказывал про это. Вот. Понимаю, что это сейчас нигде не найти, но это было примерно так. Ему только что и оставалось, это пойти со мной в клуб, открыть мне комнату с барабаном. Все. Пока я собирался на работу, пришло письмо. Дословно говорю. Саш, привет. Сколько может стоить БУ установка и где вообще они продаются? Но БУ установка где угодно. Авито. Все что. Из рук в руки, например. А где угодно, блин. Юлу себе установите. Юлай, такое приложение. Ну, Авито, на Авито полно всякой вот этой штуки. Просто в газетах, газета из рук в руки. Есть еще, нет? Я раньше, чтобы купить машину, я покупал газету из рук в руки, представляешь? Когда меня спрашивают то, что можно загуглить просто так, понимаешь? Берешь и гуглишь. Я немножко недоумеваю. Приближаемся. Докатка стоит, да, желтенькая. Приближаемся к ней школе. Включусь пока. Собака вот активизировалась. Вот. Поедем. Написал, в общем, голосовуху, что от тальки-то, от стальки-то до стальки-то, там-то, там-то. Google тебе в помощь, блин. Блин, мне через год полтос. Я в плане не настолько прошаренный в плане поиска чего-либо, но даже я знаю, где это давно искать. Вот. И могу найти, что хошь бы. Ну, иногда я тоже понимаю, что не все знаю. Вот. И тогда приходится тоже писать всяким умникам, которые начинают мне писать. Что ты мне пишешь, всякое говно и так далее. В общем, все правильно. Как тебе такое? А? Как тебе такое? Как тебе такое? А? Старается, пацан, старается. Ты смотри, что он играет.
Да я видел. Он то все время сейчас играет, у него четко получается. Надо его похвалить. Не очень, честно говоря. Что, он играет? Да, он вообще играет, ну, не то, и кривовастенько. Ну, относительно меня он играет прекрасно. Да? Я так не смогу. Закончился у меня индив. Готовлюсь к уроку. Сейчас включу себе. Как мышку бы еще найти. Это мой пэт наколенный. Каждый раз квест «Найди мышку» называется. Провод, походу, мозги канифолит. Фонизма такая, капец. Мышка-то где, блин? А, вот она. Три урока подряд, короче. Чуть дураком не стал. Иду в столовку. Я пожрал в столовке, гуляем с собакой. Следующий урок через 2 часа. Будет время отдохнуть немножечко. Честно говоря, я бы взял выходной, потому что я на грани прям срыва. Могу сейчас наехать на кого-нибудь, потому что силы меня покидают. Я 2 дня как негр безвылазно ебашу. Сегодня после уроков поедем к Витальке. Пультик завезем. Завезем пультик. Короче, 18:00 урок. И потом валим к Виталику и к Бобу. Что, мы отвели 1 индив и 3 урока? Вот на соплях держусь, вот честно тебе говорю. Прям на соплях. Остался еще 1 урок. 18:00. Сейчас 15:29, да? Получается. Да. Не знаю, куда заныкаться, короче. Хочу спать, как сволочь просто. Просто ужасно хочу спать. Кушай. Кушай. Ничего не ела, еще кабеница лишь. Не, вроде ест. Нормально. Кушай, кушай. Кушай. Да? Еда. Еда. Ты-то что не ешь? Я понимаю, мне некогда. А ты-то что? С зарплаты постригу ее, короче. Вот. Вано там барабанит. Кушай, кушай. Я вообще пришел в машину, чтобы спать поклеить. На улице такое пекло. Вот я реально чувствую себя так, что стоит мне чуть-чуть прикрыть глаза, и я усну. Понимаешь? Прямо вымотан до талого. Вместо того, чтобы сегодня спать, я приперся сюда. В 10 мне надо было уже выскакивать, чтобы вовремя приехать. Хочу отдохнуть, никак не получается пока. Силы покидать. Короче, завтра Даринушка мне сделала небольшой выходной на полдня. Спасибо ей. Передайте Даринушке, что она молодец. Да, Крис? Так. Это в моем стиле, да? Окей. Я, походу, сейчас отключусь. 1:50. Заведу будильник и выключусь. Все, увидимся. Увидимся позже. Короче, переехал на другую сторону, где тенек. Видишь, тенек. А там солнце на той стороне. Ну вот, с часюночкой. Поспим немножко, короче. Пару часиков прям дреманем, потому что меня прям рубит, ну конкретно прям рубит, вырубает прям. Я не могу. Я в последнем уроке прям уже хотел сказать, ребята, отпустите меня, пожалуйста. Прям самим ученикам, потому что, ну нет сил вообще. Сижу и вот еле не падаю прям, чуть-чуть. Представляешь? Вышел с урока, пошел покушал, еще немножко зарядился. Кошмар, короче.
Включил кондей, охлаждаю машину. Сейчас охладится немножко. Выключу и будем спать. Завел будильник, чтобы не проспать. Все, увидимся чуть позже. Прошло 2 часа, представляешь? Час где-то кондей молотил, остужал мне машину. Потом я его вырубил. И опять спать. Еще прошел еще час где-то. Сейчас мы пойдем попьем чайку. И с новыми силами в бой. Все. Увидимся. Запротоколировать, понимаешь? Доморощенный гитарист. Что там? Туда надо поснимать. Как там Славик душу рвет. Собак снимет. Неудобно снять. Собака что-то это задумала. Ну, короче, спали с ней в машине, она под брюхи. А она до сих пор спит, да? Она готова весь день спать. Ну что, с нешколи начинается пати. А мы повалили. Хотел сказать домой, но нет. Надо к Витале заехать. Завести пузик. Сейчас я ему позвоню. Узнаю, дома ли он. Если он дома, то валю к нему. Все. Летим к Витальке. Отдаем пультик и домой. Пандорим. Строится во всю местечко. Столько денег сюда. Бахана, я так понимаю. Миллионы, а может даже миллиарды. Это, прикинь, такую площадь надо освоить, капец. Скорее, дорогу уже открыли, что ли. Мы с Чесюндочкой негодуем. Чё ты кубаторик там, да? Чё кубаторишь? Чё ты кубаторик? Прикольное здание. Подлете, вот Чесюндочка тут у меня заняла свое место на подлокотнике. На подлете, короче. Не получится у Виталия посидеть, он куда-то торопится покататься. Не поняла, что он сказал, на чем покататься. То ли вы, непонятно, короче. Сейчас спросим. Короче, оставила ее одну, она тут с ума сходила. Видишь, как перевозбудилась. Дай язык. Ты шкура. Что, нормально, не умеешь себя вести? Пока я был у Виталия, она тут орала, как бешеная. Просто. На всю деревню, короче. Тявкала. Все, отъезжаем. В сторону дома. Так, нужно свет включить, да? Все, мы покатились. Пультик отдали и катимся. Сейчас приеду домой, часов до 9 смонтирую бложек и, короче, вырублюсь просто. И завтра в 5 часов первый урок, короче, мне Даринушка сделала мне выходной до 5 вечера. Буду просто давить диван со всех сил. Со всех сил буду давить диван. Буду прощаться. Всем пока. Всем спасибо, кто смотрел этот унылый бложек. Секундочку. Спасибо всем, кто ставит лайки, кто комментирует, кто наводит движуху. У меня на сегодня все. Всем пока. Увидимся. Давай, пока.